Всем здорово, народ, с вами Варчик. Если у вас лагает игра во время того, когда начинаются жаркие баталии, вокруг много врагов, допустим, в PUBG высаживаетесь в людную зону, и у вас начинает глючить мышку или экран, и вы не поймете, почему оно отстает от ваших действий, с задержкой двигается экран за вашей мышью, то, в принципе, в этом видео я помогу вам, как это решить. Возможно, у вас будет другая проблема. В этом видео будет описано только решение одной проблемы с мышкой, из-за чего, кстати, просаживается производительность. Так что в этом видео можно будет починить плавающий экран и повысить производительность. Итак, у моего друга, после того, как он перешел с Windows 7 на Windows 10, в определенный момент в PUBG и в других требовательных играх, которые в основном напрягают процессор, начала плавать мышка. Просто отстает от его действий. Из-за чего невозможно стрелять нормально по врагам, в принципе невозможно адекватно играть и горит, соответственно, жопа от игры. А покупать новый компьютер не хочется, чтобы он был мощный, весь такой классный, но дорогой. Поэтому облазил я пол интернета и на форуме Microsoft нашел решение проблемы. После того, как люди перешли с Windows 7 на Windows 10, не все установили драйвера на свои игровые мышки. Соответственно, Windows 10 подкинул им драйвера на мышку свои, стандартные, дефолтные, которые предназначены для обычных мышей, а не каких-то там игровых с частотой опроса 1000. К чему это привело? На Windows 7 у вас эти игры не лагали, а на Windows 10 начали лагать. Соответственно, решение очень простое. Идем на сайт производителя вашей мышки, скачиваем там драйвера, устанавливаем драйвера, и возможно уже проблема решится. Если не решилась, заходим в драйвера и настраиваем мышь таким образом, что просто снижаем частоту опроса. В основном в игровых мышках сразу на максимум на 1000 стоит, или сколько у вас там можно поставить, в основном 1000. Снижаем сначала на 500, либо сразу на 125. 125 Гц это частота опроса обычной мышки. Вы никакой разницы не заметите на глаз. Может быть, если вы там сверхчувствительный какой-то человек, вы почувствуете разницу, но это вряд ли. Что произойдет после того, как вы снизите частоту опроса? Во-первых, повысится производительность вашего компьютера. Скорее всего, он не особо мощный, особенно в районе процессора. Поскольку если бы был мощный, он бы справился с нагрузкой от мышки. Как написано на форуме Microsoft, нагрузка высокая, как ни странно. Так что ваш не особо мощный компьютер будет меньше напрягаться, соответственно меньше лагать и не будет плавать экран в начале катки или когда вокруг много врагов. Сейчас очень много всяких игр по типу PlayerUnknown's Battlegrounds, Escape from Tarkov и остальные недоделанные долгостроящиеся игры, которые в основном напрягают процессор. И когда ваш процессор и так еле всирается, сверху еще обрабатывать вашу игровую мышку ему вообще не хочется. Поэтому если снизить частоту опроса, все будет гораздо лучше. Очень сложная проблема, очень легко решается. Если после снижения частоты опроса вам играть не стало легче, значит проблема не в этом. Поищите в интернете. Скорее всего, решение вашей проблемы есть. Просто нужно правильно написать. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.